Микроскопический Милтон действительно очень маленький. Он живет в часах на каминной полке в гостиной дома, принадлежащего миссис Уизерспун. Никто не знает, что он там, кроме друга Милтона, Дугласа, который большую часть времени спит перед камином. И, конечно же, тебя. Милтон и космическая ракета. Милтон и Дуглас смотрели в окно на Луну. «Ну разве она не прекрасна?» — сказал Милтон. «Хотелось бы мне попасть туда и увидеть все своими глазами. Я знаю. Завтра я построю ракету!» Решил он и поспешил обратно к своим часам, чтобы начертить план. Милтон приготовил все, что ему нужно для создания космической ракеты. Старая бутылка от средства для мытья посуды, липкая лента, кусочки картона и ярко-красная краска. Дуглас наблюдал, как Милтон принялся за работу. Вскоре ракета была готова. «Все, что остается, это подготовиться к путешествию. Посмотрим. Карта, бутерброды, флаг. Этого будет достаточно». Он попрощался с Дугласом и надежно пристегнулся к водительскому сиденью, готовый ко взлету. Дуглас отошел, когда Милтон начал обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, взлет! Крикнул Милтон. И в этот момент в сад вышла миссис Уизерспун. «Что это за пустая бутылка делает в моем саду?» Удивилась она и выбросила ее в мусорное ведро. «О-хо!» — сказал Милтон. «Мы взлетаем!» В это время подъехал мусоровоз и опрокинул бак вместе с ракетой себе в кузов, перед тем, как уехать на свалку. Дуглас был очень обеспокоен и немедленно бросился в погоню. «Ух, похоже, скоро посадка», — подумал Милтон. «Слишком уж меня трясет». Приехав на свалку мусора, мусоровоз вывалил кузов. «Слава богу, я приземлился», — сказал Милтон. И вылез из ракеты, чтобы все исследовать. «Так... это и есть Луна?» — сказал он себе, оглядывая этот странный пейзаж. «Не совсем то, что я ожидал». Затем Милтон что-то увидел. «Должно быть, это лунный житель!» — подумал он и решил представиться. «Приветствую вас!» — сказал Милтон. Но лунный житель не ответил, поэтому Милтон дружески подтолкнул его. «Еле унес ноги», — подумал Милтон. «Лучше поскорее вернуться на Землю, пока не пришли остальные». Милтон начал обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Как раз в это время появился Дуглас. «Вот она», — обрадовался он, схватил ракету и аккуратно понес ее домой. Весь вечер Милтон рассказывал Дугласу о своих приключениях на Луне. «Все это было так интересно», — сказал Милтон. «Но мне что-то не хочется больше туда возвращаться». Дуглас посмотрел на Луну. «Если бы он только знал», — подумал он. «Если бы он только знал».